Здравствуйте, зрители дорогие! Приветствуем вас из маленькой космической столицы России, легендарного звездного городка, что в 25 километрах от Москвы стоит, в окружении лесов и озер. О нем, пожалуй, поговорка: «Мал золотник, да дорог». Дорог потому, что здесь живут и работают гордость нашей страны, герои-космонавты и те, кто готовит их к полетам. Мы предлагаем вам новый туристический продукт. Приглашаем на театрализованное масленичное гулянье. Да вместе с космонавтами и с уникальным запуском блинов в космос. Широкая космическая масленица, как стыковка культуры и космоса на Земле. Ничего, мы под дождем. Полетел Гагарин Юрий, полетим и мы вдвоем, эх! Встречать на празднике вас будут известные в звездном городке семья Разгуляев Блинчиковых. Веселые, добродушные, любят гостей встречать. Глава семьи — Мед Иванович Разгуляй. Веселый, добрый человек, на гармошке весело играет и весну красу закликает. Жена его — Маслёна Егоровна, она любит петь песни под гармошку мужа. Звездогородцам можно позавидовать, ведь только у них в гости на Масленицу всегда приходят уважаемые космонавты. Вот герой России Сергей Волков, к примеру. Или сам глава городского округа, летчик-космонавт Российской Федерации, герой России Валерий Иванович Токарев. Если вы к нам на один день пожалуете, мы предложим вам экскурсию по звездному городку и музей космонавтики. Театрализованный праздник с масленичным народным гулянием вместе с космонавтами. Ярмарку мастеров народного промысла «Звездное подворье» с изделиями на тему космоса. Потешные ряды с забавами для детей и взрослых. Конкурсную программу название «Лучшая теща и лучший зять». Обжорные ряды с вкусными блинами и обедом. А если вы к нам на два дня пожалуете, вас ждет длинная дискотека в курорт-парке «Союз МИДа России». А утром вас ждет прогулка по территории парка, богатой различной инфраструктурой, с масленичной ярмаркой. И главное, вас ждет экскурсия в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина в звездном городке. Ой, а про запуск блинов в космос забыли? Нет, не забыли. С нашего масленичного космодрома произведены уже 3 запуска блинов в космос на гелиевых носителях. История их запуска тесно связана с именем космонавта Антона Шкаплерова. Именно ему впервые в истории человечества дочь Кира отправила масленичный блин в его день рождения, а также другим членам экипажа МКС. Спустя год, уже вернувшись на Землю, космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев отправили блины на МКС экипажу Юрия Маленченко. В прошлом году блины на МКС получал космонавт Олег Новицкий от своих родных. Любопытно, что в 2018 году
На Масленицу Антон Шкаплеров вновь работает на МКС. Это его уже третий полет. И он взял с собой на орбиту флажок с логотипом «Масленица в Подмосковье». А мы с вами, гости дорогие, вновь ему будем отправлять блины. Присоединяйтесь, приезжайте в звездный городок.